Приветствую вас. Я думаю, что если у вас с мужем действительно есть желание отношения сохранить, то оптимально было бы обратиться к психологу вам обоим за семейной консультацией, на которой уже было бы принято решение какое-то относительно того, что вам делать, на которой были бы разобраны и рассмотрены ваши конфликты, ваши противоречия, ваши трудности и так далее. То есть вот это такой аспект, такая история, и мне кажется, что это является чуть ли не самым лучшим решением, которое вы именно сейчас можете сделать. Вот. Потому что иначе, ну, вряд ли ситуация будет улучшаться, да? Вот. С другой стороны, а вы сами по себе находитесь вот в этой позиции, да, ну, в позиции жертвы сейчас, то есть вроде бы вам видится развод самым лучшим решением, но разводиться вы вроде как не готовы, да. Вот, и я вижу в этом, конечно, сложную, достаточно серьезную, потому что, если вы не готовы разводиться, но при этом понимаете, что ситуация, ну, как бы она вот такая, да, она тяжелая, достаточно вам тяжело и так далее. Это жертвенная позиция. Ваша жертвенная позиция, и сначала нужно вам из этой позиции, да, вам нужно будет обязательно выйти. Оно не будет обязательно выйти из этой позиции, просто потому что в противном случае так никогда у вас не будет какого-либо решения по данному вопросу, так у вас никогда не будет какого-либо решения по данному моменту, а без этого, да, ну, без этого ситуация будет очень проблемной. Вот. Значит, я полагаю, что, конечно же, есть несколько нюансов, на которые можно обратить ваше внимание с точки зрения психологии, например, или с точки зрения гармоничного выстраивания отношений. К примеру, можно, например, поднять вопрос о том, по какой причине вы, допустим, переехали к мужу в город.
То есть, чего вы ожидали? Вот, переезжая к мужу в город. Чего вы ожидали и, собственно говоря, чего вы хотите. То есть, что для вас в этом контексте, ну, в этом контексте было важно. Вот. А на мой взгляд, это очень тонкая история, очень важный момент, потому что он, этот момент, характеризует вас. Понимаете? Данный момент характеризует ваше отношение к себе. Далее, что важно сказать. Очень много присутствует в жизни вашей с мужем пары, условно говоря, родители. То есть вот прямо очень много присутствует в жизни вашей пары родителей. Я думаю, что подобное присутствие родителей не идет вам на пользу. То есть есть ваши родители, есть его родители. Непонятно, почему вы должны общаться с его мамой. Непонятно, почему ваш муж должен общаться с вашими родителями, да? То есть зачем это все? Для чего это все? Когда вы живете просто, вы живете друг другом. Вот. Понимаете, какой момент? То есть здесь, опять же, вот, чувствуется отсутствие личных границ между вами, да, между вами и, собственно, ну, между вами и другими людьми. Между вашей семьей, например, и родителями. Конечно, можно сказать, что это муж, что это вот он так поставил, что его мама для него важна. Вот. Может быть. Может быть, он так поставил. Никто с этим не спорит, по крайней мере. Я не отрицаю того, что он действительно мог поставить так, ну, мог поставить себя так. Но решение, все равно вот именно решение принимали вы. Вы принимали решение, значит, переезжать к нему или нет. И вот это очень важно, как решение вами принималось. Чего вы ожидали, принимая такого рода решение. Чего вы хотели, принимая такого рода решение? На что вы рассчитывали, принимая такого рода решение? Вот это те моменты, на которые вам желательно найти ответ. Ибо в противном случае ситуация будет складываться так, что вы будете не свободны. Я не хочу вас пугать, я не хочу как-то вас обвинять, да? Но вы на данный момент уже можете видеть и наблюдать, что происходит. Вы уже можете видеть и наблюдать, как складывается ситуация. Вы уже можете видеть и наблюдать, что происходит.
с вами. Дальше идем. Значит, вы пишете, что я переехала в его город, и здесь у меня никого нет. Опять же, на что вы рассчитывали и чего вы ожидали? А его мама еще негатив, она меня не приняла, должна была, в глазах улыбается, за спиной мужа против меня его настраивает. Откуда вы знаете? Предлагала мужу сократить мое общение с его мамой, как, если вы живете вместе, но он на это не соглашается. Почему вы мужу это предлагаете, а не разговариваете напрямую с его мамой? С его родителями сейчас я не в очень хороших отношениях из-за наших ссор с мужем. Так, может быть, имеет смысл посмотреть на то, из-за чего у вас ссоры с мужем, если вся проблема из-за них. Ведь, конечно, родители за своего ребенка, а ваш муж и есть, собственно, для них ребенок, конечно, за своего ребенка родители будут переживать, и, конечно, им не нравится, что, допустим, вы с ним ссоритесь, и, конечно, они будут на его стороне, что, в общем-то, тоже нормально. Поэтому, если уж все началось со ссор, то давайте и разберем, из-за чего и по какой причине у вас с мужем возникают эти самые ссоры. Вот. И быть может, если вы не будете со своим мужем ссориться, или если вы лучше сможете понять, из-за чего эти ссоры происходят, то и ситуация начнет налаживаться. То есть такое ощущение складывается, что вы ждете от родителей мужа, что они будут поддерживать вас в ссорах со своим сыном, но они родители вашего мужа, и они будут поддерживать его, не вас. Так или иначе. И данный аспект, данную ситуацию вам желательно бы признать. Потому что это нормально. Это нормально, когда так происходит. Понимаете? Какой момент. Но если у вас есть ожидания, если у вас есть какого-то рода ожидания, да? Вот. То с этими ожиданиями, конечно же, нужно работать. То есть почему вы хотите, чтобы его родители вас поддерживали, ну и так далее. Вот. То есть здесь такая ситуация, такая позиция. Вот. Вы поймите, психолог в любом случае будет на вашей стороне, что бы там ни было, да? То есть вы можете от нас, ожидать поддержки, вы можете ждать, что мы вам окажем всяческую поддержку, но необходимо именно реалистичное понимание ситуации, необходимо именно реалистично, необходимо именно отдавать отсчет себе в том, что происходит, в том числе и с вами. Понимаете? Вот. Дальше. Так, для него самое главное, чтобы я потакала во всем его маме. Опять же, здесь есть момент, Алена, на который нужно обратить внимание. Первое, на что хочется обратить ваше внимание, это то, что вы пишете об этом так, как будто для вас это стало новостью. Вы пишете об этом с некоторой, знаете, с некоторой досадой, что ли. Вы пишете об этом как-то
так, как будто это что-то для вас прямо новое. Но как это может быть для вас новым, если муж ваш, он, я уверен, не впервые проявил себя так. То есть я уверен, что он не впервые проявил свою позицию, да, вот в таком ключе. И если эта позиция проявилась впервые, то есть вот вы приехали, и он начал требовать от вас, чтобы вы потакали его маме, например, это одно. Если он и раньше проявлял такие вот, ну, такие нюансы отношения к маме, да, и к вам в контексте мамы, это другое. Но вы сейчас об этом пишете так, как будто это вот именно, ну, как будто это именно вот для вас неожиданно. Дальше. Для него главное, пишете вы, чтобы вы потакали маме. Хорошо. А что главное для вас? Вот вам главное что? То есть какие вещи для вас являются главными? Считаете ли вы, что желание вашего мужа является приоритетным, например? Это, на мой взгляд, тоже очень важно разобрать. Вот это, на мой взгляд, тоже очень важно понять, да? Вот. То есть, я надеюсь, вы понимаете, что я сейчас вам пытаюсь донести, какой аспект я пытаюсь сейчас вам раскрыть. Вот. То есть, образно говоря, у вашего мужа существует позиция, которая, да, неприятна, да, она не совсем, может быть, полезная для вас. Но эта позиция есть. И если вы хотите, чтобы она изменилась, то мужа нужно, во-первых, мотивировать, а во-вторых, вероятно, лучше заявлять о себе. Человек не сможет ничего сделать без мотивации. Поэтому на это тоже я рекомендую вам обратить ваше внимание. Дальше. С моими родителями совсем не хочет общаться и не едет к ним, а должен. Выходит, что я должна перед его родными должна заискивать, а на моих ему наплевать. Ну, во-первых, почему наплевать? Это вопрос. Во-вторых, вы не должны. Это он считает, что должны, но вы не должны. Далее. Подскажите, как быть в таких отношениях? Как быть в таких отношениях, чтобы что? Если сохранить отношения, то одни рекомендации, одна работа. А если вы решили разводиться, то это совсем другой момент. И в том числе в разводе мы можем, ну то есть вот по разводу, да, мы можем вам помочь. То есть мы можем помочь вам пережить развод, мы можем поддержать вас, ну,
к примеру, да, мы можем помочь вам развод, собственно говоря, ну, пережить с наименьшими потерями, скажем так, да, вот. Но для этого всего нужно понять, что вы хотите. Вот. Вы говорите, что желаете отношения сохранить. Вы говорите, что и муж ваш хочет отношения сохранить. Если это так, то это, конечно же, здорово. Но важно понять, как проявляется ваше и его желание отношения сохранять. Как проявляется ваше желание сохранить отношения, как проявляется его желание сохранить отношения. Вот. На мой взгляд, это крайне важная история, которая необходима, которую необходимо раскрыть вам, потому что без этого не совсем будет понятно, куда двигаться дальше. Вот. Как я уже сказал, по моему мнению, если вы оба хотите отношения сохранить, то крайне желательно, чтобы и вы, и ваш муж обратились на консультацию, вот. На семейную консультацию, вот, для того, чтобы мы вам смогли, собственно говоря, помочь в этом вопросе, вот. На этом все. Пожалуй, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ситуация ваша разрешится самым лучшим образом.